Японии сильно досталось, капитан. Повсюду враги. Надо смотреть в оба. Пятьдесят тысяч лет назад протеане были единственной расой, путешествовавшей. Системы Термина находятся в дальней части Аттического траверса. Спектры являются агентами организации под названием Специальный корпус тактической Альянс Систем. Это независимое наднациональное правительство. Первый контакт людей с внеземной расой состоялся в 2150. О боже! Что здесь произошло? Пахнет дымом и смертью. О боже! Что здесь произошло? Это еще что такое, черт побери? Газовые пузыри. Не волнуйтесь, они безвредные. Черт! О боже! Что здесь произошло? Иден Прайм уже никогда не будет прежним. Не палите сгоряча, еще попадете в союзников. Нам надо двигаться дальше, капитан. Ох ты черт! Что здесь произошло? Thank you.
ослабил его защиту. Мы проследим, чтобы его похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаюсь, мэм. Зданий и много трупов. Я разведаю обстановку. Постараюсь встретиться с вами у места раскопок. Спасибо за помощь, капитан. Честно говоря, не думала, что мне удастся выжить. Сержант Эшли Уильямс, взвод 212. Вы здесь главная, мэм. Вы ранены, Уильямс? Несколько царапин и ожогов. Ничего серьезного.
Остальным повезло меньше. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Где все остальные члены отряда? Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Я не думаю, что остальные... Кажется, в живых осталась только я. Это не ваша вина, Уильямс. Вы ничего не могли сделать, чтобы спасти их. Да, мэм. Мы удерживали позицию до последнего. Но гетов было слишком много. Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Место раскопок закрыто, оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Нам бы пригодилась ваша помощь, Уильямс. Так точно, мэм. Пришло время расплатиться. Что еще вы знаете о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории. Они синтетики. Неорганическая форма жизни с ограниченным ИИ, которую несколько веков назад создали кварианцы. Их хотели использовать как дешевую рабочую силу, но в конце концов они напали на кварианцев, и те были вынуждены покинуть планету. После этого они исчезли за вуалью Персея. С того времени о них толком никто ничего не слышал. Расскажите мне все, что знаете о маяке. Здесь проводились раскопки, чтобы построить железную дорогу и расширить колонию. Несколько недель назад ученые откопали какие-то протеанские руины и маяк. И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке. Вот нас и отправили охранять место раскопок. Я почти ничего не знаю о самом маяке, но я слышала, как один из исследователей говорил, что это может быть величайшим открытием века. А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю. Они разбили лагерь около маяка. С ними был отряд 232. Может быть, им повезло больше. Опишите, что случилось перед атакой. Пару ночей назад нас направили из главной колонии патрулировать местность. Все шло как обычно, пока на нас не напали геты. Мы даже не заметили их приближение. А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю. Они разбили лагерь около маяка. С ними был отряд... спектра турианцев вы тут не видели? На Эден Прайм нет турианцев. Я их не встречала. К тому же, вряд ли бы я смогла узнать спектра. Если бы вы его увидели, вы бы его узнали. Оружия у него достаточно, чтобы разнести целый взвод. К счастью, он на нашей стороне. Извините. Как я уже говорила, турианцев я здесь не видела. Выходим! Маяк находится в конце этой траншеи.
Не самое подходящее время! Этот человек был еще жив, когда его проткнули шипом. Просто убивать им недостаточно. Геты хотят, чтобы мы страдали. Пронзать людей вместо того, чтобы застрелить. Должна быть какая-то причина. Классический прием ведения боя. Они используют страх как оружие. Раскопки проводились здесь. Тут был и маяк. Наверное, его куда-то перенесли. Кто? Наши или геты? Сложно сказать. Может быть, мы разузнаем что-нибудь в лагере ученых? Как вы думаете, кому-нибудь удалось выжить? Если им повезло, может, спрятались в лагере. Он находится на этой горе, за уступом. Пахнет дым. Планы меняются, Шепард. Впереди небольшой космопорт. Я проверю, что там. Буду ждать вас около него. Иден Прайм уже никогда не будет прежним. Мы думали, что эта планета безопасна. Пока не появились геты. Похоже, лагерь сильно пострадал. Удобное место для засады. Смотрите в оба. Они все еще живы! Что геты сделали с ними? Не палите сгоряча. Еще попадете в союзников. Должно быть, для превращения людей в хасков требуется несколько часов. Теперь мы знаем, зачем нужны эти колья. Чтобы наши мертвые нападали на нас. Дверь заперта. Включена система безопасности. Ты
Люди! Хвала Создателю! Быстро! Закройте дверь, пока они не вернулись! Не волнуйтесь, мы вас защитим. Спасибо, теперь все будет хорошо. Похоже, кроме нас никого не осталось. Вы доктор Уоррен, вы были главной на раскопках. Вы знаете, что случилось с маяком? Сегодня утром его перевезли в космопорт. Мы с Мануэлем остались здесь, чтобы помочь свернуть лагерь. Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их, чтобы мы смогли спрятаться. Они отдали свои жизни, чтобы спасти нас. Никто не спасся. Время людей закончилось. Скоро здесь останутся только руины и трупы. Что еще вы можете рассказать мне про нападение? Все случилось очень быстро. Мы собирали оборудование, а через несколько секунд уже прятались в здании. И геты рыскали по всему лагерю. Слуги разрушителей, предвестники тьмы, глашатаи нашего исчезновения. Мы слышали, что снаружи идет бой. Выстрелы, крики. Я думала, это никогда не закончится. А потом все вдруг неожиданно стихло. Мы продолжали сидеть здесь, даже пошевельнуться не могли от страха. А потом пришли вы. А вы не заметили здесь Турианца? Я его видел. Он пророк. Он вел в бой наших врагов. Он был здесь перед нападением. Это невозможно. Перед нападением Найлус был с нами на Нормандии. Он никак не мог оказаться здесь. Извините, Мануэль немного не в себе. Мы не видели Турианца. Мы прятались здесь с тех пор, как началась атака. А что случилось с вашим помощником? Мануэль блестящий ученый, но он всегда был немного странным. Гений и безумие – две стороны одной медали. Видеть будущее – это безумие. Видеть, что нас всех ждет гибель. Понимать, что спасения нет. Надежды нет. Я не сошел с ума. Я единственный, кто не сошел с ума. После нападения я дала ему двойную дозу лекарства. Вы можете рассказать мне про этот маяк? Это какой-то модуль данных из галактической коммуникационной сети. На удивление, хорошо сохранившийся. Он может помочь нам совершить величайшее открытие нашего времени. Удивительные новые технологии. Революционные медицинские открытия. Кто знает, какие секреты скрываются внутри. Мы освободили сердце зла. Разбудили зверя. Выпустили на свободу тьму. Мануэль, пожалуйста, сейчас не время. Уильямс, ведите нас в космопорт. Вам это не остановить! Никому их не остановить! Грядет тьма, тьма вечности! Тише, Мануэль, иди приляг. Тебе станет лучше, когда подействуют лекарства. Вы зря теряете время. Гибель человечества неизбежна. У людей нет шансов. Мануэль, мне нужно кое о чем тебя спросить. Думаю, лучше его пока что не трогать. Спокойной ночи, Мануэль. Тьма двигается. Конец уже близко. Вы не можете... Ой! Боже мой, что вы сделали? Капитан, вам не кажется, что это слишком? Как вы можете ни с того ни с сего бить человека в лицо? Он бы сделал что-нибудь безумное и опасное. Это был лишь вопрос времени. Думаю, вы правы. К тому моменту, когда он придет в себя, лекарство уже подействует. Сарен,
Сайлус. Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня все под контролем. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль. Посмотрите, какой огромный. Пожалуйста, не стреляйте! Мы выходим! Мы не вооружены! Все кончилось? Они ушли? Теперь все в порядке. Никто вас не тронет. Эти штуки шныряли повсюду. Они бы обязательно нас нашли, если б не вы, нам всем крышка. Я все еще не могу поверить. Когда мы увидели корабль, я подумала, что это конец. Он появился перед нападением. Я сразу понял, что тут что-то не так. И мы побежали прятаться. Расскажите мне все, что помните о нападении. Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль. Мы его увидели, побежали. Я не знаю, что случилось со всеми остальными. Они были у гаража, совсем рядом с космопортом. Там, где приземлился корабль, они не могли выжить. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если они добежали до гаража, то могли остаться живы. Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке, который они раскопали? Да мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти, но нам-то что? А тут такие дела творятся. Можете еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я сматывался, где уж тут его рассматривать. Походу, он приземлился возле космопорта. Коул, расскажи им про шум, про этот ужасный шум. Когда корабль спускался, от него шел какой-то странный сигнал. Было похоже на визг демонов, только он звучал прямо в мозгу. Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было, оно как будто разрывало череп на части. Я вообще ничего не соображал. Мне пора идти. Эй, Коул,
Мы всего лишь фермеры, а они солдаты. Может быть, отдать им все? Чтоб тебя, Блейк! Учись держать свой гребаный рот на замке! Коул, ты мне хочешь что-то рассказать? Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой. Ничего особенного. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Коул, ты нарушаешь закон. Да мы ведь никому не причиняем вреда. Черт, я даже не знаю, что в этих свертках. Я просто решил, что нам это может пригодиться. Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся. Но вам, наверное, все это нужнее, чем нам. Мы рискуем своими жизнями, чтобы спасти эту колонию. Здесь точно больше ничего нет, что могло бы нам помочь. Да, есть еще кое-что. Я собирался продать, когда все закончится, но, наверное, вы это заслужили больше, в отличие от меня. Кол, с кем ты работал в космопорте? Как его зовут? Он нормальный парень. Не хочу, чтобы у него были проблемы. Я не стукач. Возможно, он причастен к этому нападению, Кол. Нам нужно знать его имя. Это важно. Да, ладно, вы правы. Его зовут Пауэлл. Он работает в доках в космопорте, если, конечно, он еще жив. Мне пора идти. Удачи! Лишь маленькая фермерская колония. Почему они напали на нас? Если бы не вы, эти твари убили бы нас. Только посмотрите на Коула. Как он может быть таким спокойным? Смотрите, там дым на горизонте. Похоже, он поднимается с космопорта. Мы всего лишь маленькая фермерская... Я прилетел сюда отдохнуть от суетливой жизни на Земле. Ха.